Вітаю, шановних краян! В ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Сьогодні в студії «Коліс ТВ» ми зустрічаємося з харківським поетом, ветераном поетичної ліри нашої спілки письменників України Романом Левіним. Одразу хочу почати, Романа Олександровичу, з вашого вірша, з книжки «Многоточие», де є такі рядки. «Ні дня без встречі, і ні дня без строчки. Так було, но когда-то все кончається. Что говорить, а попросту печалиться, не проще ли смирясь поставить точку? Но взять отсрочку памятью назначено, поставить вместо точки многоточие. Коль даже очутился на обочине, не все тобой забыто и утрачено. Да, встреч поменьше, но острог достаточно. Себя молчать заставить не получится всем тем, чем жил ты. Продолжаешь мучиться с каким-то сладострастием загадочным. Вокруг природы, прелести, шалости, семья, болезни и выздоровления. Не в том ли жизни смысл и продление, что многоточие до глубокой старости? Роман Александрович. Многоточие до сих пор? Творческое какое-то призвание, у каждого человека свое, увлекаться делом, которое тебе даровано там природой, я не говорю талант, а просто любимым делом, но для меня это не просто удовольствие или вдохновение. Для меня это то, что было прожито в жизни. Для меня за письменным столом, когда появляются те или иные строки, это судьбоносные перекрестки, которые определяли жизнь, судьбу моих близких, друзей, страны, осмысление того, что было, что есть и что будет. Поэтому я повторяю, я вот выходит у меня уже 40-я книжка, наверное, «Все мои жизни». И я считал, что это уже тоже все, хватит больше. Точка. Годы, точка. И вдруг за вот эти две зимы написалось еще то, что вошло в книгу, которую я называю «Неожиданное продолжение». В июле этого года вам 85. Скажите, пожалуйста, вот столько всяких вот таких неожиданностей происходило с вами, ну, будем говорить, и судьбоносных неожиданностей. Вот я знаю, что у вас здесь, вот в вашей папочке, есть фотография места, где были расстреляны ваши родные, и вас расстреливали в том числе. Скажите, пожалуйста, вот могли вы предположить, что будете жить рядом с немцами в Германии вот тогда, когда и вас расстреливали, да и в годы послевоенной разрухи? Я вам скажу, самая большая неожиданность – это то, что произошло спустя 70 лет после войны. Кто мог предположить, что в нашей родной Украине случится вот такое кровопролитие? Конечно, я рожден на Полтавщине, я прожил жизнь на Украине, объехав весь мир от Бреста до Владивостока, особенно после того, как о моей судьбе, про которую вы сказали, было рассказано Смирновым в Брестской крепости по радио, и я получил тысячи писем. У нас душевный народ. Так вот, 70 лет, которые мы сейчас отмечали со дня Победы, неважно, Великой Отечественной, Второй мировой, как хотите, называйте,
Но что произойдет такое, этого было просто невозможно представить и ожидать. Скажите, Роман Александрович, вы могли бы себе представить, что могла бы победить армия, если бы мы были расчлененными государствами? Украина отдельно, Россия отдельно, Казахстан отдельно. О чем я об этом вот сейчас вам почитаю? Я вот к дню 70-летия написал, понимаете, хочется за эти немногие минуты успеть прочесть и современный взгляд мой, и прошлые, когда я десятилетиями меня Брест не отпускал, и написаны сотни стихов, и о защитниках Брестской крепости, и о моих расстрелах. У меня ведь мы встретили войну на рассвете 20 в Бресте, папа военный, и у меня расстреляли там маму, сестру, деда, бабушку. Просто Господь последнюю минуту, когда мы в этом бараке, вот, он мне как будто знак какой-то дал, прячься, и я юркнул под нары, бежал оттуда, скитался, и самое главное, память о тех страшных годах, это не только смерть, кровь, но это и человеческое братство, которое я почувствовал, когда меня спасла моя незнакомая мне польская женщина Флория Будишевская, о ней у меня повесть за неимением, когда меня приютил священник Василий Иванович Волынский, которого я нашел через 35 лет, когда меня баба Дарья белорусская пустила на одну ночь и ее наказали за это. Я встретил такое человеческое братство. Более того, я тогда понял, что мы делимся не по крови, которая национальная у нас одна у всех кровь. Мы делимся по человек ты или не человек. Даже у немцев, оккупантов были разные. Моя Флория в доме двух немецких офицеров служила хозяйкой. Один на меня, Крайсляндвир, все время кричал «Кляйн, партизан!», когда она меня забрала из полиции, уговорила жандарма Эдварда. И он на меня кричал «Кляйн, партизан!», этот Крайсляндвир. Абыцирк, немецкий крестьянин, который ведал тут хозяйством у нас на оккупированной земле в Брестском районе. Он его останавливал и говорил, какой он партизан, он ребенок еще. Как видите, разные среди них были. Поэтому мы делимся не на русских, украинцев, евреев, мы делимся на людей и не людей. И надо вот эта вот наша национальная идея украинская, она должна быть не голосом крови, а голосом культуры нашей, нашим родным украинским языком, независимостью нашей Украины, а не мы над всеми или в основе всего любовь. Я прочитаю стихи сейчас об этом. Это моя последняя книга. Все ну, мои говорить, жизни. Говорит, не последняя. Нет, очередная, теперь оказалась очередная. Не последняя. Да. Жизнь одна, но кое-что осмыслив, обозрев необозримость лет, понимаешь то, что много жизней в ней одной оставили свой след. Тот неизгладимо судьбоносный, в коем многократно неспроста, после всех переворотов грозных, жизнь писалась с чистого листа, но не перечеркивая прежних многоцветно прожитых времен, где хватало и святых,
и грешных, лиц неповторимых и имен, связанных и с миром, и с войною, тех родных, любимых и друзей. Жизнью тут не обойтись одною, что кружила будто карусель. И хотя не надо торопиться, мы спешили все успеть сполна. Жизни все твои, как говорится, так же скоротечны, как одна. Все они, что делать на исходе. 85 за годом год. Был ты резок слишком по природе. Только бы достойным был исход. Я вам скажу, что мне очень мучительно, вот, что человечество, к сожалению, не извлекает уроков. Конечно, был режим, вот, который сейчас меняют все топонимику, улицы, большевицко-коммунистический режим. Это во все времена приходила новая эпоха и отменяла прошлую. Этого делать нельзя в такой форме, потому что жили сотни миллионов людей, которые верили в одни идеалы, неважно, во Франции, в Англии, в определенном временном параметре. И надо рассматривать все злое, которое было там, и не повторять, и сохранять доброе. Нет эпохи, чей лик однозначен, но желая минувшее пнуть, все пытаемся переиначить, а получится перечеркнуть. Жизни судьбы, отцов, где как веха, были Брест, Сталинград и Рейхстаг. Вандализм 21 века правит бал на безмолвных костях. Перед ними в долгу неоплатном те, кто был от фашизма спасен. Но зачислить спешат в оккупанты их злопамятство новых времен. Были страны, державы и блоки, было время холодной войны, но зачем эти новые склоки, поиск чьей-то вселенской вины? К новым веяниям и ориентирам подогнать все былое спеша, чтобы ценности прежнего мира навсегда потеряла душа. Мир сегодня, вчера или завтра не безгрешен. Но как ни крути, чтобы нам не вещала Кассандра, все достойное будет в чести. И как бы они отменяли, оно неважно, у нас или в других странах. Но вот, кстати, как ни странно, немецкая Германия, она осудила фашизм, и она не крошит памятники. Стоят в Берлине нашим воинам и всем прочим. А вот я вчера ехал по Сумской, и был памятник, бюст Макаренко. Педагога. Так и его снесли. Ну какое это же никакой не Ленин, не Сталин. Так что надо быть очень осторожным по отношению к нашим... К истории. Прежде всего, к истории. К истории. Понимаете? Конечно, я повторяю, все нехорошее должно быть осуждено и не повторяться. Но то, чем жили люди, и к жизни боролись... Вот я написал, вы, наверное, Владимир Васильевич, обратили внимание, как перед 9 маем целыми днями, ну и тут и в России, и в Украине, по телевидению показывали войну все время. Я написал строки вот 7 мая.
война с утра до ночи на экране. Очередной победный юбилей. Все то, чем ты неисцелимо ранен, с зари июньской и до наших дней. Четырехлетие тяжких испытаний, потери, поражений, побед, которых поминать не перестали мы с вами семь десятков долгих лет. И как бы ни чернили, ни порочили бессмертную историю лжецы, еще есть те, кто видел это все воочию. Ну, то бишь, наши деды и отцы. Их с каждым днем становится все меньше. Победа наша им принадлежит, как праведная память в человеке, которую никто не сокрушит. Как сокрушили мы фашизм когда-то, чтоб мир спасенный в наш нелегкий час мог с этой знаменательной датой поздравить честно и себя, и нас. И как бы ту войну ни называли отечественной или мировой, флаг над Рейхстагом те же водружали, кто выстоял когда-то под Москвой. Все это верно. Мои отцы и мои товарищи по Брестской крепости. Вы знаете, я не буду это читать стихотворение «Послевоенные потери», потому что я говорю, что столько написал о них, что уже повторять не надо эту тему. К тому же ты воспел, оплакал и поведал в необозримости исповедальных строк про боль утраты, торжество победы. Добавить ничего уже не мог. Трубач, отцы, встречайтесь, ветераны, танкисты, круг почета, медальон. Вот он у меня на груди, который повесила мне польская мама. В 42-м году меня выучила молитве и привела к Богу и спасла семью Калининых, семью Чуфариных, наших семьи командиров, которых расстреляли в 42-м году в Жабинке. И спрятала 2 года свою подругу на чердаке и под печкой в доме 2 немцев, вела такую опасную игру, рискуя жизнью сына Марианыка и меня приемного. И не дождалась 2 дня до освобождения. Ее расстреляли, она спасала, ее спасти было некому. И я много и медальон написал, у дверей она остановила, не узнав, что мальчик не крещен, всею пятерней перекрестила, повязав на шею медальон. На пластинке тоненькой Мадонна неземным видением представ, с мальчиком пошла по опаленным, самым грешным и святым местам, и впервые, прикоснувшись к Богу, до сих пор храню я медальон в память о бесхоженных дорогах и о той, кем был благословлен. Дорогие мои, конечно, Роман Александрович, вот вы сейчас живете в Германии. Скажите, вот люди, немцы, которые рядом с вами живут, они знают о вашей судьбе? Я вам скажу. Меня спрашивают, почему ты 2 раза в год, хотя у тебя там жена, дочь, вот, в эту тяжелые времена ездишь, чем более с транспортом, с толопа отменяли, с 3 пересадками надо ехать, а были поезда прямые. Еду, потому что здесь моя родина, потому что где я могу поговорить вот так на родном языке и с вами пообщаться, и вот люди услышат. Поэтому, я повторяю, в Германии
Знаю, в том смысле, я не стучу ни в чьи двери. То вдруг обратилась ко мне антифашистский комитет, и вечер устроили. Но это все очень-очень редко, и мое пребывание там – это и спасение, это работа за письменным столом. Вот так. А родина здесь. И удивляются, откуда у тебя еще силы-то. Ну, уже не те силы, но все-таки ездишь. Вы знаете, я бы хотел не только о войне, все-таки вспомнить, как в 57-м году я приехал туда. Мы должны помнить, и помним, конечно, но делать все, чтобы вернуть имена ушедших людей, найти места захоронений. Вот я даже написал стихи «Воскрешение», где шли бои поныне неустанно, как долг святой, десятки лет подряд мы ищем безымянные останки, увы, пропавших без вести солдат. Таинственность сокрытия земного нам как-то удается заглянуть, чтоб с воинскими почестями снова в родную землю павшего вернуть. Почас уже отнюдь не безымянным, а с именем и вемшим место быть. Для следопытов в этом смысл главный: потерянное имя воскресить, чтобы могли родные и потомки к надгробью приходить, главу клоня. Мы все на той же судьбоносной кромке, где воскресают из небытия. Здесь рядом все, и вечность, и мгновенье. Поди предугадай и предскажи, где смерть в бою, а где поминовенье твоей незданно явленной души. Это, но я никакой не искатель, следопыт, но, приехав первый раз после войны в Брест в 57-м, вот Смирнов меня настоял, чтобы я ему показал перекрестки, он был удивлен. Как ты такой пацан? Вам 11-12 лет, помнишь все то? Я ему, сейчас-то я многое не помню, а тогда еще. Я говорю: Сергей Сергеевич, не верьте мне, что это все я прошел. И было на самом деле. Мне кажется, что я это где-то вычитал. Детектив. И он говорит: поехали в Брест. И мы приехали. И я его повел по этим перекресткам, по этим братским могилам, селам. Но когда мы пришли в Петровичи, где нас расстреливали, я ахнул. Дом, барак стоит, где мы жили, откуда выводили нас в... куда неизвестно, и мама даже не заметила, как я юркнул под нары. И мы приехали туда. И я вошел в барак, подошел к окну и говорю: Сергей Сергеевич, все, что я вам говорил, это правда. Я вот тут лежал под нарами, и отсюда, и я бежал. И вот спустя годы я приехал, 57-й год. И мы пошли в лес, и 3 часа копали, и нашли, и я нашел место, где мне надо лежать, где мама расстрелянная. И я написал стихи: здесь ни надгробья, ни креста, ни холмика, ни обелиска, здесь только стреляные гильзы рыжеют ржавчиной в кустах. И дробно крестится крестьянка, меня приведшая сюда, к едва присыпанным останкам, к
почти затерянным следам тех утонченных унижений, где диванье у могил, где снега первого круженья над этим кладбищем ногим. А я вылажу из-под нар, а я бегу босой и сирый, вложив в спасение сполна нечеловеческие силы. Бегу безвестной стороной, необнаруженный, везучий, и эхо сухо за спиной ломает выстрелы, как сучья. Бегу сквозь ветер лобогой, бегу сквозь месяцы и годы, бегу сквозь юность и любовь, и не могу уйти от горя. Живые многое прощают, а мертвые, они молчат, они уходят, не прощаясь, и долго снятся по ночам. И вот тут в лесу все-таки Господь повелел, чтоб я своими руками, мы 3 часа копали, ища, где могила, и я ее нашел. И вот спустя годы здесь появился в лесу обелиск, вот я около него стою. А потом приехали в крепость, еще не было мемориала, и я стал бродить по крепости и нашел кусок железа. Я не понял, что это, расправил, увидал — музыкантская труба, на которой играют. И тут был музыкантский взвод, и я представил, как еще темно, а он трубит тревогу всей стране, которая за его спиной. И это были первые мои стихи о защитниках крепости, после которых пошли десятки их, они хранятся в экспозиции мемориала Брестского. Я передал их вот к 70-летию начала войны, и генерал Губаренко, директор, прислал мне письмо и говорит: «Роман, мы не только показываем документы, но мы читаем твои строки». И меня это очень тронуло. Средь крепостных развалин, под грудой кирпича, уже найдут едва ли останки трубача, сумевшего немного снаряд опередить, успевшего тревогу отчизне протрубить. В сырой туманной рани, где нарастает бой, трубач еще не ранен, трубач еще живой. Над ним пылает воздух, под ним земля горит, а он живой и грозный трубит, 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 пока хоть капля дыхания в груди, и руки не ослабли, и слава впереди. Пока не сохлась коркой, судьбой предрешено на потной гимнастерке кровавое пятно. Раскатом гулкой меди на рубеже страны он встретил свой последний и первый день войны. Средь крепостных развалин, под грудой кирпича, уже найдут едва ли останки трубача. На яростном рассвете, покрыв и стон, и плач, сыграл свое бессмертие неведомый трубач. Я не ожидал, что, приехав в Харьков, ко мне тут придет композитор, профессор наш известный Игорь Ковач. И когда ему прочел эти строки, он схватил, хотя у меня не было этого инструмента, он тут же сочинил. И эти стихи пели и Кобзон, и на Украине, в Харькове, Коля Манойло, наш «Песня о безымянном».
трубаче. И мы с Ковачем написали сотни песен и даже оперу «Бегущая по волнам», я автор либретто, он и у самого синего моря оперету. В общем, я помимо стихов еще с композиторами очень активно работал. Позвольте, я последнее, вот не только про войну же хотелось бы вот прочесть. Я вел много ветеранских встреч в Харькове в 70-е годы. Это были незабываемые люди, о чем их сегодня уже единицы, а этих вообще никого. И я тогда написал: «Встречайтесь, ветераны, и не делите славу, и ордена, и раны выносите по праву. Крещенный, некрещенный, кто сколько заслужил, и тот ненагражденный, что голову сложил, отмечен общей славой, награда из наград, бессмертный и кровавый, ваш Брест, ваш Сталинград. Живой или умерший, ты в нем всегда живешь. Кто больше, а кто меньше, ну как теперь сочтешь? Все знает досконально про путь ваш боевой лишь лекарь госпитальный да писарь полковой». И я заканчиваю на этом. И все-таки хотел бы прочесть стихи невоенные, понимаете? «Не дай-то Бог, чтоб вас беда учила достойно жить в любые времена, чтобы от зла и глупость лечила нас грозная стихия и война. Перед лицом великих испытаний, чтоб горько постигали, устыдясь, тщеславную ничтожность притязаний на землю, на богатство и на власть. Не за грехи тут воздают старицей, краюхой хлеба, кружкой молока, сквозь слепоту этнических амбиций к нам доброты протянута рука. Страдание в щите не панацея, ни голод просвещает, ни тюрьма. Не дай так Бог платить такую цену за процветление сердца и ума. Но платим, платим грешные от века, и воссияв над нашими кости, восходит в муках облик человека. Высокое уменье быть людьми — это в 75-м году написано. Так что вы понимаете, что и тогда задумывались, как мешает нам и цензура, и этот сладость власти, и времен там и Брежнева, и прочее. Так что и я написал стихи, которые сегодня, по-моему, актуальны. Я их включал в советские времена, в 70-е, во все свои книги, и они вылетали. Говорили, это лишнее, критиковать за них не решались, а говорили, ой, перебор по объему. И я на всех присутствии начальства читал, но они появились только в 90-м году. Эти стихи. «Думайте, люди». Это я повторяю и сегодня. Промывают мозги все, это и одна сторона, и другая, все. А люди должны иметь независимый, трезвый разум и умение видеть и понимать, что происходит. Это вот я повторяю эти стихи 75-го года, а опубликованы были. Думать бывает и не замечаем сразу, как в равнодушье в сутолоке лет мысль костенеет, засыпает разум,
устало иссякает интеллект. Ну что там философия, политика, чужая даль, заоблачная высь, а около лениво и медлительно и отчужденно шевельнется мысль. Думайте, люди, думайте, нету важней работы. Писатели, думайте в дублтах, пулкове звездочеты. Шахтеры и металлисты, мозгуйте не уставая. На поле футболисты, цирильники в Кустанае, послушники в пострижении, пляжники на Ривьере. Собственное постижение возможно ли передоверить? Пустые слова повыленяли, как оттиск старинных литр. Собственными извилинами, граждане, шевелите, сопоставляйте, взвешивайте, приглядывайтесь ко всему и верьте, пожалуйста, верьте разуму своему. Вашей мудрости я желаю всем нашим телезрителям. Спасибо большое. Просто хочу в заключение сказать, чтобы люди не подумали, что я только философствую, про войну пишу. У меня много любовной лирики. Не думайте, что я такой, значит, зацикленный на, только на философствовании, на страданиях. Без любви нет жизни. Это самое светлое и счастливое. Ты говоришь мне, что любовь пройдет. Сегодня или завтра, или вскоре. А я не возражаю и не спорю. Коль не прочна, пускай себе пройдет, а не пройдет. Так верьте или не верьте, она возьмет, закрутит и завертит. И ты ее обязан, человек, принять навек или прогнать ее навек. Я не хочу, не смею быть похожим на тысячи проезжих и прохожих, поклонников, приятелей и прочих, таких случайных и таких непрочных. Нашел я счастье, высшее на свете, что Аладдин — волшебное стекло. Когда моя любовь кому-то светит, мне от нее становится светло. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Це була програма «Слобожанщина. Слово». Тут, в студії «Коліс ТВ», ми зустрічалися з харківським поетом, письменником, членом Національної спілки письменників України Романом Левіним.